Российская авиакомпания S7 Airlines использует технологию блокчейн. Как сообщает газета «Коммерсант», авиакомпания S7 в сотрудничестве с Альфа-банком запустила проект по продаже билетов с использованием технологии блокчейн на эфириуме. В качестве следующего шага компания рассматривает возможность использовать криптовалюту для покупки билетов. Тестовый запуск этой программы запланирован на ближайшие дни. После инновационного решения S7 Airlines, ведущий национальный авиаперевозчик России Аэрофлот объявил о том, что также планирует внедрение криптовалют и блокчейн-технологий в свою деятельность.